Так, всем добрый день уже теперешний. Вставил всю ночь мопед. Все нормально. Все, ни капли масла мимо не обронил. Это меня очень сильно радует. Прям очень сильно. То есть сейчас дело такое, почистить глушитель. Колес, конечно, тоже, ну, я почищу обязательно диски, потому что я смотреть на это не могу спокойно. Он, конечно, использовался много вот в бездорожье, как я вижу. Такой оффроуд скутер, что тоже нетипично. Так, что еще? Поставлю глушитель. Обязательно надо посмотреть, чтобы он там не сифонил. И с глушителем потом с открытой такой же, с открытой крыльчаткой прокатиться. Посмотрим, что к чему и почему. Надо будет обязательно проехаться, не знаю, километров 5. Если потом нигде ничего давить не будет, тогда можно будет этот шут с пластик все это собирать. Такие вот дела. Что еще? Все. Добрались до пятницы, кстати, да. Пятница, блин, очень быстро пришла к нам. Хотя неделя была ужасно жаркая. Но вчера вечером домой приехал, пошел дождь, как прям с ведра или с ведрища, я не знаю. И в течение 5 минут была такая невозможная духота. Прям вообще, потому что начала вся эта вода испаряться от дождя. Это была, конечно, дичь. Но сейчас утром выходишь на улицу, прям по кайфу. Сейчас, наверное, градусов 20, может, 21. Потолок прям, да, прям само то. На работе, то есть сегодня будет круто. Ну, об этом уже позже. Завтра, кстати, суббота, мне тоже работать. Не без этого. И теперь и так в следующие все 2 недели буду работать. 6 дней в неделю. С утра до позднего вечера. Чтобы что-то получилось. Так, ну что, пойду почищу глушак. Наверное, посмотреть краску на левую. Подкрасить его, думал, чуть-чуть, знаете, чтобы этот ржавчина меньше было видно. Прям ржавчина меня убивает. Думаю, вот это место вот. Здесь чуть-чуть. Посмотреть, сейчас надо его обработать чем-то. Потом подкрасить. Скорее всего. Специальная краска вот. Для горячей темы. Черный мат. Уже красил не раз. 690 градусов держит. Ах, там глушитель столько-то и не будет греться. Все равно будет покрасивше, если будет это все обработано краской, а не ржавая тема. Так-с. Ну ладно, пойдем почистим. Так-с, почистил его. Уже обезжирили. Это все дело. Здесь, короче, проблемка, вот эта вот штучка чуть-чуть прилегает. Я вот так вот бумагой раз, чтобы здесь красить можно было. Вот так. Да, не хватит. Так. Позже глушитель выглядит вот так. Все, никакой ржавчины. Черный матового цвета. Это как раз это и красиво выглядит. И защита от ржавчины тоже, можно сказать. Все, оставим до завтра. Помоем диски. Завтра продолжим. Так, здесь его положим пока. Пускай лежит. Сейчас надо диски мыть. На работу ехать. Что, даже я говорил 20, уже даже до 19. Температура упала. Ладненько. Я на работу. Вам всем хорошо провести день. Так. Вторая смена такая. Сегодня хотя бы все эти
ворота пооткрывать, окна проветрить. Не так жарко будет, как в последние дни. Неделька удалась реально непростая. Ну, по крайней мере, кто на работе был, у кого отпуск, они кайфанули реально. Это прям было круто. То есть, если бы был у меня сейчас отпуск, вообще бы даже не парились бы, да? Но как-то вот так. Так что всем хорошего дня. Сегодня пятница. Кайфуйте. Заходите друг к другу на стримы. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Не забывайте писать им здесь комментарии. Очень приятно. Отвечаем на каждый коммент. Обязательно. А если кому и повезет, еще и ссылочка его полетит в сообщество. Так что до завтра. Продолжение следует.